Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему, которая интересна всем, включая меня. Это, конечно же, Secret Shop. Начнем с того, что находится он действительно в секретном месте. Не в месте проведения. Организаторы решили разнообразить нашу жизнь и подарить нам пару минуток путешествия. Он через дорогу от основного места проведения в каком-то здании, но там есть очередь, и в этот раз он особенный. Что именно в нем особенного, мы узнаем прямо сейчас. Мы уже буквально на входе и находимся на стойке регистрации. Здесь регистрируют косплееров. Призовой фонд косплееров на этом турнире составляет ни много ни мало 10 тысяч долларов. На самом деле есть смысл примерить некоторые костюмы и попытаться ухватить хотя бы кусочек. Может мне кого-то покосплеить? Могу косплеить Рикимару. Ну что ж, мы вместе, где люди зарабатывают деньги, продавая мерч Доты. На самом деле, здесь не только мерч Доты, здесь есть великолепный стенд, на котором можно пофоткаться. Да, люди активно его используют, уже вместе с купленными сундучками запечатляют это все дело на память. Также есть какие-то белые полотна. Зачем они и для чего, мы пока не знаем. Возможно, потом это достроится и будет что-то интересное. Опять же, сейчас мы немного пройдем, выйдем вперед, и мы увидим то, что здесь есть два здоровых монитора. Дота работает очень громко, поэтому, стоя в очереди, вы ни в коем случае не пропустите матчи, которые идут. Ну и сцена. Совсем скоро здесь будет происходить конкурс косплееров. И мы видим, что к нему подошли весьма-весьма серьезно. Огромную сцену, я думаю, будут комментаторы уточнить, когда именно будет конкурс, мы сможем на выходе. Возможно, мы даже подснимем его, если получится, если это будет какой-то рассинхрон с матчами. Ну и непосредственно самое сладкое, это, конечно же, Secret Shop, куда мы сейчас и отправляемся, чтобы потратить немного своих кровных денег. Ассортимент сейчас не самый большой, всего лишь две коробочки, это маленькая и средняя, большие подвезут завтра. Стоимость 1000 местных — это где-то 20 долларов, 1500 побольше — это 30 долларов. Но на самом деле, сказали сразу то, что внутренности коробки преобладают стоимость где-то в 2-3 раза, поэтому очень выгодно ее купить. Очереди сейчас небольшие, идут матчи, хотя говорили, что с утра здесь было огромное количество народу. Thank you. 3000 местных денег за две коробочки. Thank you. И мы довольны, ретируемся отсюда. Спасибо большое. Пошли распаковывать. И для нас, и для вас будет сюрпризом то, что находится внутри этой коробочки, и мы будем распаковывать ее прямо сейчас. Садиться не буду, она меня заградит. Это вот такая бейсболочка, Manila Major, значок Доты. Здесь, кстати, она может пригодиться, потому что солнышко весьма сильно лупит. Футболка с Dota 2. Мне достался Бэтрайдер. Ну, на самом деле, футболка, по-моему, из ассортимента International. Ну, как-то не жалко, потому что футболка на Инте стоила порядка 30 долларов, а здесь ты отдаешь 30 долларов за всю коробку. Коврик с логотипом Dota 2. Неплохо. Кому-то в сувенирочку пойдет, друзьям, или разыграю где-то. Что у нас есть еще? Еще у нас есть чехол для iPhone 6. Но, к сожалению, у меня пятый пролетит с воздухом туда просто. Подарю кому-то, у кого есть шестой. Или куплю себе шестой. Слушай, это нормальная загона такая. А рядом еще продаются шестые айфоны. Ну, раз уж чехол есть, то можно взять. Плюши. Серия 2. Есть, конечно же, код для активации какой-либо шмотки внутри игры. Ну, разрывать плюшу мы сейчас не будем. Это при... Или... Не, не будем. А будем. Я ее размотал. Поэтому можем посмотреть, что мне досталось. Это будет. Адмирал Хунка. Ну, ничего. А вдруг
И носки. Конечно же, носки. Куда же без носков? Без теплых носков в этой холодной стране очень трудно продержаться, поэтому шерстяные носочки с логотипом Dota 2 всегда зайдут. На этом вроде как все. Единственное, что есть еще бейджик. Ну, у меня уже вроде как имеется. Мой даже покрупнее, поэтому он не обязателен. В принципе, все, дорогие друзья. Вот это содержится в коробочке. Ну, я на самом деле не расстроен. 30 баксов, столько сувениров. Завтра возьму легендарную. Мы тоже снимем то, что в ней.